преддверии новогодних праздников увеличивается количество пожаров, в том числе и из-за неправильного использования пиротехнических изделий, отметил глава Ленинско-Кузнецка Вячеслав Телегин. И уже традиционно в это время в городе проходит большая профилактическая и разъяснительная работа, чтобы праздники прошли максимально спокойно и без происшествий. Ведь только с начала года в городе произошло 67 пожаров. Согласно статистическим данным, из года в год на территории Ленинско-Кузнецкого городского округа наибольшее число пожаров происходит в частном секторе. И в результате возгорания остаются без крова семьи, гибнут люди, объем уничтожается материальные ценности. Вот для информации вам, с начала 2015 года количество погибших на пожаре увеличилось у нас практически в 3 раза. Меры пожарной безопасности предусматривают проведение осмотра подведомственных муниципальных учреждений и административных зданий, объектов массового пребывания людей. Организована проверка готовности к эксплуатации зимой пожарных гидрантов. Проверяется наличие и исправность средств пожаротушения и систем оповещения людей о пожаре. Специальные рейды проходят в частном секторе города. Если провести анализ причин пожаров, то будет это выглядеть следующим образом. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в 2014 году было допущено 11 случаев. В 2015 году было допущено 13 случаев. Нарушение правил монтажа электрооборудования. В 2014 году это было 15 случаев, в 2015 году 9. Нарушение правил эксплуатации печей. В 2014 году 4, в 2015 6. Так, нарушение техники электрооборудования. Это в 2014 году было 6, в 2015 стало 2. Неосторожное обращение при курении по одному случаю в 2014-2015 году. Руководителям предприятий и управляющей компании рекомендовано ввести на подведомственных территориях ограничения по проведению пожароопасных работ, обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям. Отдельное внимание уделяется пиротехническим изделиям, которые неизменно сопровождают праздничные мероприятия. Режим предусматривает запрет на их использование в закрытых помещениях при проведении развлекательных мероприятий, новогодних и рождественских праздников в период действия особого противопожарного режима. Чуть ли не в каждом магазине ставят прилавки, и все у нас пошло, торговые бойки, не дай бог, произойдет какой-то несчастный случай. Запрещается осуществлять продажу технических и других взрывоопасных изделий, если объекты организации торговли размещены в жилых домах. Торговля разрешена только в один из стоящих магазинов. Также напоминаю, что применение пиротехнических изделий запрещается во всех помещениях, зданиях, сооружениях любого функционального назначения. На территории Ленинско-Кузнецкого городского округа определена у нас одна площадка, это площадь Мазикина. Обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов в рамках имеющихся полномочий провести еще раз проверки мест продажи пиротехнических изделий, а отделу надзорной деятельности и профилактической работы провести инструктаж по мерам пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий, при выявлении нарушений применять меры административных воздействий, предусмотренные действующим законодательством. Правоохранители разработали четкий план работы на время новогодних праздников. Городские площади будут охраняться личным составом отдела и сотрудниками частных охранных предприятий. Усилят следственные и оперативные группы для быстрого реагирования. Не будут отдыхать в праздники и спасатели, готовы к наступлению Нового года и работники социальной и медицинской сфер.